Окружной суд США вынес решение против Telegram, которое запрещает в настоящее время распространение токена Gram. Согласно судебному решению, комиссия по ценным бумагам и биржам стремится запретить Telegram Group и Tonemitent, совместно именуемые Telegram, участвовать в плане распространения новой криптовалюты Gram, которую она считает незарегистрированным предложением ценных бумаг. Принимая во внимание экономические реалии Testahoe, суд считает, что в контексте этой схемы перепродажи Gram на вторичном публичном рынке была бы неотъемлемой частью продажи ценных бумаг без обязательного регистрационного заявления. Следуйте за миром блокчейна вместе с нами.